Ребят, доброе утро. Выбрался на канал. Хочу все-таки половить фидером и половить карася. Получится или нет? Прикормку взял новую попробовать. По фидеру уже соскучился. По карасю вообще соскучился, капец. Надеюсь, что все получится. Поехали. Взял вот такой корм. Первый раз беру этого производителя. По крайней мере, другого не было. Посмотрим. Пахнет. Пахнет охерительно. Посмотрим, что рыба на это скажет. Вот такая оснастка получается. Крючок, кормушка. Быстро все вяжется. Не из тонкой плетни, конечно. Мишка, все помню, наделаю из тонкой плетенки, поводков. Пока все в неподготовленном состоянии. Попробуем червяка насадить. Прикормка фидерная, но вот не методная. Посмотрим, как она лепится. Потому что вот я понял, что для метода нужно именно методную брать. Прикормку я как-то брал. Мне вообще понравилось. Укладываем червяка вот так вот. Засыпаем кормом. И ставим на это всю кормуху. Трамбуем. Ава. Трамбанули. Все готово. Вот так получается. В принципе, неплохо. Перекормка не методная. Сейчас посмотрим. Состояние берега можно посмотреть. Народ он в кучку собрался, сознательный народ. Если клевать не будет, что не очень бы хотелось, уборкой придется заниматься. На фидер пока поклевок нет. Может быть, сейчас чуть потеплеет и рыбка загуляет. Решил пока закормить махалку. Может быть, на мах там половить какую-то рыбешку небольшую. Сейчас попробуем.
вот эта плотвица попалась. Вообще кайфовая. На плотву у нас сейчас запрет, поэтому отпустим ее до стойки. Ну, плотва кайфовая. Решил поэкспериментировать. Менять буду дистанцию после каждого заброса на фидере. А два оборота катушки буду делать. Это где-то метр, ну, может быть, полтора метра ближе к берегу. Пока кормушка падает долго. Может быть, найду какой-нибудь свал, где все-таки рыба проходит, держится. Вот плотву на удочку крупную поймал. Почему на фидер такая не клюет, пока непонятно. В общем, буду потихонечку подтягивать к себе в кормушку. Посмотрим, что из этого выйдет. Доброе утро, ребят. Ну, наверное, все видели, как я знатно половил плотвы с карасем на фидер на Гниловском. Это вот попытка, наверное, четвертая или пятая. Я пересмотрел свои записи в интернете. Здесь карась у меня ловился 14 апреля и далее. Погода сейчас плюс 3, похолодало. Поэтому будем пробовать по карасю. Я взял на всякий случай с собой спиннинг. Мало ли, может, щучка отошла, окунь еще не нерестится. В общем, будем пытаться поймать. Ну, что будет. Посмотрим. Первая рыбёха. Ага, это окунь. А! Это окунёк. Вот такой вот окунёчек попался. Палка, думал уже это самое. А, ну понятно, тут все карася съел. Щука особо крупная. А вот, до 3 килограмм. Да. Но в четверг. Но в четверг, да. Чтоб не поцарапаться. О! Все! Таймень! Куда ты, друг? Ты куда там застрял, блин? Ух, нихера себе. Если это было видно на камеру, я обязательно покажу. Это был судак, охеренный судак, в районе килограмма. Вот он. Вот он, заснял его второй раз. Нытье отборное, давай. Как ты любишь. А то там Андрюха взял какого-то мотыль там. Прикормка называется мотыль. И вот давай, у него клюет, а у тебя не клюет. Ну, кстати, я тут и мотыля пробовал. Не было это червей. Говорит, мотыль есть, будешь брать? Уральский, говорит, крупный. И я говорю, а чёрт, этот, в географической части России поближе, говорю, нигде мотылей нет. На чем мужик мне говорит, нам с Урала заказать, привезти, типа, дешевле, чем здесь у нас местного брать. Я говорю, ни хрена себе. Что ж там на Урале за объемы, не говори. На Урале, да. Про улит
грядку на Урале. Это же таймень, ё. Это тоже таймень. Ага, окунь. Стая, мать, стая. Блядь, вытаскивай её. Да это окунь. Да, окунь. Да. Стаями. Толпами. Говоришь, на дальнем кордоне ловится. Давай так уж и быть, я буду ловить. Ваня идет к Павлу. Павел идет к Матвею. Этот. Сейчас я буду ловить, будешь отцеплять. Червака мне насаживать. Все равно без дела стоишь.